Блять, ну съебитесь, минус к минусу, плюс к плюсу. Вы видите, урон получаете. Сказали же, правая нога плюс, а левая минус. Вы что, тупые, не понимаете? Смена дебафов опять. Смена дебафов. РДД, звездочка, это плюс. Сейчас я просто буду, я метки просто расставлю, буду говорить, у кого плюс. Нет, вам про ноги говорят миликом. РТДшек это не касается, но ладно. Я просто смотрю. Милики в квадрат, у кого минус, у кого нет, свалите оттуда. Не надо будет просто расставлять метки и по реакции уже рассказывать, кому становиться. Так, смотрим. Плюс в квадрат милики. Ха. Сколько до Берсекс? Тут очень долго. Это же ДПМ неизвестно. Такая информация. Должна быть Берса. Она должна быть, но она ну, очень не скоро. С таким рейдом она скоро и будет. Смена дебафа. Квадрат это минус. Короче, в следующий раз надо просто 4 метки поставить. 2 в мелизоне. Нет. А, у тебя опять же может в обе метки может плюс принести, понимаешь? Короче, 2 в мелизоне и... А ты не понял, я тебе говорю о другом. Ставится 5 меток, там слева, звезда, кружок, или, не, просто 3 метки, слева, звезда, справа, квадрат, и я смотрю дебафы и вижу, там, звезда, говорю, минус, квадрат, плюс, все. Но люди-то с этими дебафами будут, могут получать теоретический урон от тех людей, которые, представляешь, вот, например, у тебя справа, слева стоит человек с меткой, у них обоих минус, например, будет. Так он отойдет от этой метки, у него же плюс стоит. Я скажу же, что у квадрата плюс. Это означает, что в квадрат сбегается... ну, у кого дебаф плюс. Соответственно, у кого минус, должен отбежать от квадрата. Да, можно сбежаться сейчас и умереть, кстати. Ну и зачем? Слышните, пожалуйста, кто-нибудь. Паладины такие, паладины. Ребят. Подождите, пока у вас дебаф светит. 30 секунд, серьезно, ребят, ну отойдите друг от друга. Ну, короче, если вот бить с двух сторон, да, вот как мы били, то получается надо 6 меток. То есть 2 мили-зона и 4 для РД. Зачем 6 меток, если можно 3 потом? Ну, нет, можно 4. Минимум 4 получается, потому что ну, миликом куда деваться, если хочешь, чтобы милики дамажили. Ну, я говорю, в мили-зоне квадрат. Это плюс. Все милики с плюсом идут в квадрат, а все милики с минусом идут на другую сторону. Все. В чем проблема? Ну, это получается уже 2 метки, правильно? Нет. Зачем ставить на миликов еще одну метку с минусом, если можно просто отталкиваться от метки с плюсом? На самом деле, это просто жесть. На самом деле, да, получается. Ну, короче, у тебя тогда получается, миф не будут бить. Ну, короче, в смысле не будут бить? Смотри. Допустим, я не РЛ, а просто слушаю, как РЛ говорит. И не шарю с дебафами. Мне говорят, квадрат, идите, избегайтесь с плюсом. Я смотрю, у меня минус. А, я понял, значит, мне не надо в квадрат, отбегаю. Все.
все. То есть тебе непонятно, что ты, если у тебя минус, ты к левой ноге берешь, а если у тебя плюс, то к правой. Нет, то есть правая-левая нога непонятно. Короче, я понял твою логику. Вариаций несколько убить этого босса. Ну, твой как тоже как вариант годится. Ты увидел, как тут лево-право все путают. Смотри, не, ну я знаю, сейчас из разряда уже типа вопрос к людям с ориентацией пространства. Блин. Там проще некуда, то же самое в РДД зоне, да, допустим, слева одна метка квадрат стоит. Независимо, какой у него дебаф, буду озвучивать там квадрат плюс, квадрат минус. И кто слева стоит, РДД отбегается в эту метку с таким-то дебафом, а остальные отбегают от... проще простого. Надо еще отслеживать, какой баф на квадрате. Ну, то есть, так я же это и сказал, я смотрю и... Нет, просто сколько времени это займет, и люди... Да, это просто реакция твоя, плюс реакция еще человека. Плюс пока ты скажешь. Меня занимает это 2 секунды где-то. Да, у них еще надо убление 2 секунды. Итого 4 секунды в проебе. И при этом, смотри, тебе нужно определиться, если ты стоишь... Если то любая тактика для тугодумов... Ну, нет, смотри, вот, например, ты стоишь левая сторона, да? Дай скажу, смотри, вот проще дать ориентир, грубо говоря. Да, это проще дать ориентир. Стенки, а, блядь, эти минусы в пропасти, все. И в зависимости от полученного дебафа ты уже знаешь, куда тебе... Можно и так. Мне просто легче сказать, на ком минус и плюс. Я просто по себе сужу, как бы я поступил, если бы не было РЛа, мне было бы легче, если бы РЛ сказал там. Не, мне бы даже вообще без этого было все легче. И людям в ребраде говорит, что ребята, держитесь маг, вся им похер вообще, поэтому забей. Блять, в макросе в этом, ну, вы поняли. В макросе, да. В макросе держитесь, ребят. Айонс, я тебе дал ультина, что ты там хотел забрать. Либо фул по пристам. И рыбу поставьте кто-нибудь, пожалуйста. Сейчас следующий босс будет веселый. Этот просто простой. Цель, я понял. Чё мне бафать? Бафы то, что не добафали. А, ну я тогда не знаю. Я щиты... Феррис, каски, кулак, растрепал, лепал кресты. Все есть, все должно быть. Два чек. А у нас РДК еще есть в рейде? Код есть спик РДК, то у нас хосты нету. У нас не демоны, короче, не хост. Когти висят, а, да, есть. Танки. У меня, типа, цепки ледяные когти. Есть, на Олег. Ты чё, шеп, что ли? О, шеп. Будем 20 бить без совы. Да, сова есть где. Так, ты танчишь, да? Него. Да. Ладно, пошли так. 20 поймем. Прощайся с жизнью! Херню эту надо заставить. Да, я даже 20 без демона, без совы.
8 макет. Да, я нашел покурить, значит, сова. Ты кто говорит? Сова? Космодину даже после смерти. Надо кому-то еще. Даша Мео покидает рейд. Он написал sorry RT, это как вообще? Ну типа гильд рейд, наверное? Нет, я понял, но в 2 часа ночи, час ночи, ну пиздец. Может Дальний Восток? 6 утра? Подожди, sorry RT. У них там 9. Где? Во Владивостоке 9? Да, 9. Дальний Восток. Да, спать человек захотел, да ладно? Ну да. Так, плюс 5, сказал, 4, 5 Красноярск и там еще. Ребят, плюс 7, плюс 8 часов Камчатка. Ну что ты хочешь, Йоши? Смотри, мисс Лупа тоже хочет уйти. Я сдам шею. Если просто сказал, что хочет спать... Ребят, у нас урона на самом деле достаточно. Хватает, главное, чтобы танк силы не левали. Ну, чё, можно сходить покурить, ребята, раз такая тут телега пошла? Погнали. Привяжись к кому-то. А сколько мне ГСК посмотреть? О, 5 и 3, кстати, выбрал полдина не припал. Ладно, после босса уже скажу покурим. Бескровная победа, да, 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 это классно. Поверил бы. Добивалка есть. Блин. Кто добивал? Так-то ну, можно его на подиуме вальнуть, если у МДД хватит. Этого дамага. Молот какой-то есть у паладина. Вот молот гнева. Я его не вытащил на комнату. Короче, я не знаю, как здесь его убивают. Здесь, по идее, надо мелизона просто водить на платформу. Вот так делать? Ну, там вообще, по сути, в 2 танка. Один водит босса, а второй что-то на подиуме как будто у него занимает. По моей памяти, как-то так. А нет, РДД, короче, на подиум. Стоять, куда сейчас запулить босса? Это вот здесь, кстати, багать можно, вот здесь его убивают. Вот так убивать? Ну да, это еще проще. Сейчас заскриним это. А ты забанят? Ну, у меня просто скрина. Да, аккаунт не можно. ДД, максимальную дистанцию уберите. А то дебаф лучше оценивался. Как хорошо хантам, ничего не ошибаюсь.
Попробуйте встать в звездочку, когда там не вешается дебаф. Не, нет, дебаф. У нас есть. Да, кстати, пал сагрил, ну и в комнате умер. Может, он принес себя в жертву. Нет, он просто запорол все мочилу. Хотя мог стоять в краю у двери, и там бы по нему лава не прошла. Не-не, там все тоже прошло. А, ну попробуйте пэта не убить, Лёса. Ну что, он сделал мочилу, да? Ну слушай, хотя бы теперь принцип знаем, что можно, короче, вот так замутиться. Без всяких вот таких паладинов дырявых, которые там умирают. Ну по этой сейчас по идее должны. Ну сейчас телепортация закончится, посмотрим. А, он снова идет к нам. Это вот этот паладин дырявый, да? Это ник дырявый. Ой, укус могильщика, я себе хочу. Мне на транс самое то. Нет, бы целкались с обсходил, конечно. А такая падает с этого. В залах есть такая. Не, у меня просто по трансу льды прям самый огонь. Ой, спать. Ни разу не видел красивого транса. Ого, глаз бьет-то. Здесь отчего со спорами. Хера мы его сейчас сделаем, мне все даже настроения еще рассказывать нету. Еще и 3 АДК в рейде. Давайте расскажу вам, тут споры появляются, 12 хп их нельзя убивать. То есть нет никакого АВЕ дамага. Убирай 3 ауры, убирай. Лужами не бьем. Давай я вообще подходить не буду, у меня шея, у меня другого оружия даже с собой нет. Я уверен, тут кто-то бродячий мой бьет или что. Кто-то запорит, кто-то в дискорде. У магов этот щит вообще. Эрмагам лучше не кидать эту свою бомбу сраную. Так, а можно еще раз так, чтобы они расходятся? Бей точечно босса, звездопад не используй. Звездопад не юзать, да? Да. Да тут вообще никакой АУЕ нельзя юзать. А со спорами что делать? Не трогать их. Не трогать их просто и все. Блин, давай, наверное, вообще не буду подходить к боссу. Лучше не подходи. Ладно, погнали. Ладно, добьем. Не подошел.
Ну это лучше, чем как Пал сделал. Так, блин, я ж чекнул, все готовы и... Что делать-то надо? Дубосы. Просто не бей желтую фигню и все. О, кто-то ее уже снес, красавчик. Круто, Пал. Круто, Пал, а зачем ты... Сорян. Фору. Да просто сорян, и все, запорол 20 людям. Да не, я агру сорвал. Все уже убивайте, че вы смотрите на эти споры, уже без разницы. Пал, нахера ты ее убил? Я просто паладин, все что вижу тут. Я паладин, я умею нажимать бабл. Быстро оружие. Какой-то специально, блядь. Вот он жирный. Понял, короче. Рассказываем тактику. Он приехал после бабушки из деревни. Пацаны, не бейте скорой, там не взайте АУЕ, там убирайтесь. Вар не бьет, там АДК топовый не бьет, а протопал взял, чпокнул спору, все нормально. Появляется спора, через секунду протопал таунт пробивает, лучше там не специально. А вот там делайте, смотрите, вон, я не специально бью. Споры сейчас видите, да. Вот так надо делать. Да это я просто думал. Топчик. Нормально все, Пал, что ты не пальчик, нажимай бабл. Ладно, просто смешно это. Сорян. Блин, под дворфом 95% крита, красивый. Представляете лицо паладина, когда он первый раз играет и узнает, что прист может снимать маг диспелом бабу. Он такой нажимает, вау, я выживу, бах, и нету щита. Потом оказывается, что не только прист это может делать. Еще и вар какой-нибудь может. Синий экран просто смерти сразу у паладина. Делит керактер, Alt+F4, делит off. Не, самое крутое, папку Windows сразу удаляет и компьютер в окно летит. Ну посмотрите, вы все тут шутники такие. Ну да, такие Comedy Club любим. Я не знаю, Эдуард Суровый просто. Рубрика Эдуард Суровый. Просто вы, наверное, передохнули, бля. Я вылетел, если что, на ком босс был. Тебе? Все, мы его убили. И тебе до конца я был. Ну-ка, я на 10 лямах вылетел. О, с военный квартал остался. К сожалению, да, или к счастью. Военный же самый простой, да? Ну, первый босс, если не знать, убивать, то нервозный. Да, сойдет. Когда бессмертного делаешь, короче... А, ну это для бессмертного он это может, например. Я делал бессмертного раз 5, наверное, на цели. Да, не, у меня не было такого фетиша на всех героев делать, я на одном только делал их, и, ну, как бы... А еще можно было на лазбосе просто заводить персов по 3 штуки, получать ачивы. А, ну это ты после ребута, да? Нет. Просто на последнем боссе на пауке. Байтаешь людей на ачиву, и они получают ее. КД просто поднимаешь. А, ну нет, я... Ну прям... Уже когда я делал, там не было никакой хуйни, только, ну, как на... Так это не хуйня, это пол, всё.
Рыбомания и Тернистой долины. Что, сложно или не очень? Ну, как повезет. Я понял. А чё, где эта рыба там водится? По всем берегам? Да, с пирса лови в пиратской бухте все. Я понял. Твои ребят сейчас что обсуждали? Он тебя обманывает. Да всякую фигу. Ну, акулы наши. Ну, рыбомания Тернистой долины, да, завтра, который ивент уже сегодня, открой, сейчас дня. Открой интернет, напиши. То, что тебе эти люди говорят, они говорят тебе неправду. Я тебе скажу, человек, который играет в WoW, сколько, 15 лет. Класс. Я тоже давно играю, просто никогда эту ачиву не делал, но мне друг говорит, давай сделаем морского дела, а я даже... Я тоже не делал, мне кажется, там надо... Какие-то лунки там появляются. Сейчас я линкану, смотри. Там нужно 20 или 40 рыбок поймать и вперед всех сдать. Да, 40 рыбок, да, да. Дело в том, что эти лунки там, ну, нужно первым именно сдать, словить с них. Там нужно хождение по воде, наверное. Ну, я куплю завтра этих. Эли. Много народу делать, как вы думаете? Да, я думаю, что это дофига. Человек 100. Или 2. Не знаю. Да, у нас какой. Да пофиг, PvP шмотки одену, если чё, буду орду сшибать. Или тебя будут, да? Я такой, я сейчас умею прожить и убежать. Туча не зря шипет она. А здесь можно будет встать вот сюда на бочке и просто его зауешать, как на X1? Понятие. Ну, вот я помню, в последний раз мы вот здесь вот сюда вот залетали и просто убивали вот отсюда вот. Нахрена этим заниматься, блин, это нормально. Давайте попросим задачу, кто умеет сидеть в этих куклах. Я умею. 4 плюса поставьте. А где кристаллы? Hard mode activated. А что это? Теперь идея с бочками кажется не такой уж и глуп. Что это за говно? Завалить? Можно завтра запрыгнуть вот сюда? Не, ну можно, в принципе, танчить босса. Блядь. Ну сука, что это за сервер такой? Да нет, он прям под берсу это сильно бьет. Ну, можно выжить, если захиливать будет нормально. Можно ГМу написать в тикет, сказать, что за фигня где-то там. Пишу в час 30, что не есть еще. Сказать, не спи, ГМ, мы-то не спим. Ну и что тут делать на бочке? Вот это, сюда что? Че, багаюзим? Смотри, он пишет за закрытие X1. Это я пишу. Че, может, попробуем хотя бы? Z-то бан дают, не? В смысле? Какой бан-то? Мы ж ничего не багаем, мы просто вот тут стоим и все. Не, имею в виду, что мы все туда зайдем, босс не будет никого бить, мы убьем. Давай сделаем, как говорят. Ладно, короче, пошли. Лерой Дженкинс, я пришел лапить. И умирать. А что, бить? Что, бить-то? Да. О, классно. На пульте на меня, я буду ретаунтить просто. Че, мы бог бьем? Не, забей. Какая-то белая лужа. Это не я. Это моб. Он меня не пробивает почему-то. Погоди. Не радуйся раньше времени. Ну, разрушительный клей будет, да. А вот пробил.
Я убегаю. Сейчас попробую тебе капнуть. Так, вы можете его в два танка цеплять и с стороны комнаты в сторону. Мы можем посередине ставить. Я тебе каплю кину. Давайте я на ДКшнике буду его ретаунтить. Давай я буду на ДКшнике его ретаунтить. Ё-моё. Отлично, БР пала. Харрис, ретаунти босса. О чём я и говорю. Харрис, ретаунти босса. Сейчас я буду ретаунтить. Сейчас, подождите, я сейчас нажму бабл и таунт, и не таунтите некоторое время, ладно? Сейчас, вот-вот сейчас нажимаю. Вот сейчас нажимаю. Хантами, давай просто надевай. Не таунтите, не таунтите. Ханта, если чё, просто кайте его, если чё. Просто пустую бабл отдал. А теперь заберите его. Забирайте мясо. Сейчас я буду таунтить. Крылья КД, как теперь будешь делать? Просто бьем этого игрока. У меня удар воина света не достает. Как достаточно с этого воина. Крылья хорошие. ДПС группа вам там нормально? Ну, собственно, так убивается басенец. Может, с него сына убегает. Классно. Да, кристаллы, спасибо за кристаллы. А это что, героическая сложность, да? Да, 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 герой включил. Блин, ну как-то вообще весело. Что-то слишком легко. На X5. Ну чё, сложнее. А какие реги от этого паладина могут взять моего вот этого трайна? Полчат никуда. Ну а где есть какие-то рейды? Ссылка 25 обычка, там, РС 25 обычка. А в какой день недели это? Вчера. Сейчас КДш спадет скоро уже. 10 гер можно в 5 ККС ходить до лича. А когда КД спадает? Вот. Можешь завтра собрать рейд 25 обычку. А герои еще не ходили в десятку? Герои ходили. Как лича ходит. Крест, пожалуйста. Есть, но хочу объяснить, у нас очень много ГС для этой версии. Для этой версии. Короче, позавчера это погнулся сервер, и боссы не кидали стаки. Ни один босс не настакивал дебафы. Зато все сервер сегодня купили валаниры. Ценность Валамира 300 рублей. На Сириусе ШМ 50 тысяч рублей стоит. Не ШМ. 50 тысяч? Угу. Какая разница, я могу создать сервер и 100к за него просить. Ну типа, чем он лучше? Онлайн, да. Так на Сириусе играет 5 тысяч рублей и эти ШМ донатятся, но там сервер не будет. Там трон 10к стоит. Там обслуживают сервер. На хорошем уровне. Оно никогда не одобрит полтинник, да? Здесь, по идее, тоже можно стоить шейм дорого, потому что осколки не падают. 800 рублей. 800 рублей, это недорого. Ну вот сейчас вот скидка, 800 рублей шейм стоит. Сириус, это X какой-то. Full rebuff, пожалуйста. Я на X2. Каску, лапу. Сириус. Если можно, маг, киньте 1 МК, пожалуйста. Так, давайте 3-4 пати направо. Первая, вторая здесь остается.
Волшебник, чмоки, направо. Я человек с планеты Земля. Третья планета от Солнца. Слышал о такой? Нет. Четко. Хорошая, говорит. Разрод. А мне в четвертой пати, мне куда идти? Направо. А третья, четвертая куда идет? Сука. Направо идет. А чего вы тут тукать стали, ваши персонажи? Фу, паровозик этот включили беспонтовый. Отель был класс. Давай я тебе буду платить по 100 рублей за фулл рейд рельства на X5. О каких рейдах идет речь? Иг 10 оп. Это X5 говорит? Все, можете запускать босса. Я пока потанцую, включу погоду. Ну как? Почему танец не работает? Ну ударь его. Кого? Танец? Там чей-то волк побежал. Так, пуляй босса уже. Пускайте. Ну ударьте его, ребят, орел. Ну как это сделать? Чё, в ебал его? Не, ты трэш должен быть. Трэш бей. Он все равно потом целый выбегает. Ну да, понятно, да. Не, просто иногда, знаешь, можно его убить на балконе и не ждать все это говно. А, у вас его вообще бить можно? Да, здесь можно, но его не убьешь здесь. Я оставлял ему одно хп. Волшебник, задолбаешься убивать, реально. Блин, все хочу настроить, нет ДБМ у меня. Ладно, пока подиспелим. Танчите вместо меня. Да, я тоже на кого-нибудь поставлю этот, как его, фоллоу. Сова, на тебя поставлю. Это, пойду покурю, короче, будем. Во время боя нельзя перемещать полосочки ДБМа? Но в настройках можно. Не, скорее всего, нельзя. И этот бартендер тоже не работает. Нет голоса, языка нет. Смотри, Оливерка зашла. Куда зашла? Где? Спустя 3 месяца. Тут пока этот ивент идет, тут челик на втором окне 10 левел поднял себе. А я двумя танками по рейдах делаю одновременно.
А мы, кстати, ИВК от 5-8 собирали. Убили. На моба? Да. Там еще нормальный волк. От 5-2. Ссылка 10 гер вообще там челиков 5 кгс. Ну, я не знаю, а этим персонажем кто-то и будет играть вообще? Ну, мне его подарили. А то есть не будет никто, да? Нет. Там мыло есть, а просто... Ну, я могу, в принципе, им проиграть. Я тут коловак прокачал за один день. Я не буду ничего качать. Кто-то хочет, можете мне вкачать. Я не буду ничего качать. Никакие ночи тратить на прокачку персонажа не буду. Хоть даже X100 это будет. Просто не хочу. Я этого пала на X5 выкачал за год. Редко заходил, наверное. Оружие, олухи! У нас гости! Слышали? Чужаки, откажитесь от этой безрассудной авантюры! Бегите, голоса. Пока не поздно! Ну что, если не спеша играть, можно... Сперва мы с ними позабавимся! Что сделаем и чего? Мне нравится, как она говорит, сперва мы с ними позабавимся. Надеюсь, они проживут нас. Почему-то я даже не удивлюсь. Как могут с нами забавиться. Как ты думаешь, он хорошо? Не знаю насчет него. Нам точно. Сорян, что я затанчиваю. Ничего страшного. Всегда есть гнев небес. Ага, вижу, потрогал. Я имею в виду в чрезвычайной ситуации, когда нет ноги на место. Чуть что, жми не в небес. Я еще и бабу писал. Еще надо бабку дать. Кому каплю плюс флейп, есть такие? Знаете, не напали в темном переулке, жми не в небес. Кто-то смотрел фильм «Бриллиантовый полицейский»? Да. Подожди, в Голливуде кто-то смотрел фильм? Когда он, короче, этого челика, негра, своего корефана, который водил его в тюрягу, короче, и говорит, ночью тюряги проведёшь, ты 20 кусков от Голливуда. Он заходит, когда спрашивает, короче. А тот ему говорит, короче, ты мне, говорит, обещал 20 кусков за ночь в тюряге, а теперь ты не сам, говорит. Я не знаю, как раз попробовать. Хилы у вас есть, ДД? Я вернулся. Давай, чмоки, шипы. Можно две минутки перекурить и сейчас вернусь. Короче, первая пати. Дай, подожди, сейчас посмотрим. Первая пати, звездочка, стоим здесь. Будете бить этого. Сэра. Картаза, короче.
вторая пати за мной, за звездой. Первая пати бьет второго, да? Ну вот там, где сейчас стоит этот кружок, вот там первая пати бьет босса. Вторая пати бьет вот здесь, где звезда стоит. Боссы сами придут. Кэрис, ты танчишь босса, который сюда придет, ты понял? Здесь еще? Кэрис. Третья пати бьет левого босса вдалеке, вот там. Четвертая пати справа. Поставь на меня, пожалуйста, метку. Третья пати в меня, вбегаем. Четвертая пати в квадрате. Хилы здесь можете стоять, или там что хотите. Да? Хан тебе в другой угол. Нет. Стал угол. Четвертая пати справа, если смотреть на вход. Четвертая пати квадрат. Справа. Квадрат, беги, звезда, стой. Куда бежать, я не понимаю. Квадрат, третья пати в звезду вбегите и все, и не тупите. Нам надо убить боссов одновременно. Как вы считаете, пока магу равномерно распределим? Два дамажчика ханта распределил, вара распределил. Это будет нормально. Рост, шаман, ты когда запулим боссов, встанешь в центр, боссы зайдут уже к нам, наш рост. Карис готов? Карис, последний босс остался, погнали. Стойте, там боссы сами придут. Шаман, пошли сюда. Выходите и делитесь, ничтожество! А я не сдохну под неистовство? Нет, там... Надо давайте вот. Еще. Рост. Шаман, рост. Почему барон Ривендер и сотка? А, вот, началось, гонят. Да, Дан, Картас, тормозите. Читер, иди бей другого босса Ривендера. Сэр, зелье 62%. Поднажмите, да, ребят. Не смелупа, иди бей леди Бламэл, там звездочку. Зелинского надо убить. Зелика побейте. История любви, иди бей Зелика. Сейв Зелика, идите. Ты. Ривендера, стопните. Стопайте Ривендера, стопайте Ривендера. Ривендера, стоп. Зелика бейте и Бламе. Кот бьет Ривендера 35 тысяч осталось. Танк Картас, пожалуйста, ребята, убиваем. Короче, Картаза бейте, все в Картаза играем. Больше, нет. Не успели. Нет, нет. Кот, ну ты вообще просто отмороженный, блядь. Закиньте его в час. Ура, сделали. Но он не в Дискорде. Что получилось? Да, получилось. Получилось, отлично. Как он вообще попал в рейд без дискорда? Посмотрите на его шмотки, это просто убожество, блин. Сейчас бы засрал все мальчишки, ему по жопе бы дал. Кто вот этот, который умер? Нет, который вот... Смотри, я собирал этот рейд не на чивы, просто так пройтись, посмотреть, что там есть. Это супер шмот для ПВЕ. Ну а кот просто топовый. Он просто стоит и херачит, ему вообще пофигу. Ну, бывают деревянные люди, ничего страшного. А чё сейчас, Kill to Z? Уже убили. Да ну... Реснись, пожалуйста. Всё, да, по-моему? Классный босс. Давай. Малибос, будешь собирать? Чё, давайте...
Резку что ли, да? Давай собирай резку. Спасибо. Ладно, это не турит. 5,5 кадры его маленько. Не, на маленькоса такой рейд не сможет идти. Это просто. Я не могу сейчас дать бой. А вот. И распадать. Да давай на Малигаса доберем кого-нибудь, чё за? Хочешь или на Малигаса? Не пойми сейчас. А ты чё, пас, типа, всё? Да мне уже хватило рейда. Это я услышал. Растрепал. Держи. Роял, спасибо большое за рейд. Было приятно с вами, ребят, как обычно порейдить. Если что будет, ты, в общем, пиши тогда, ладно? Да, Роял, отдельное спасибо, как обычно. Везде нормально все. Говорил, чувак. Не знаю, как у меня не вот так себе рейд прошел. Да если бы не тупили люди, это же не от тебя зависит, а просто от того... От прослойки между игрой и компьютером. Да, блядь, кому-то надо. Ну, короче, да. Давай, удачи. Чё, как там, завтра РТ, да? Ну, нету РЛа, нет КД уже. Не понял. Ну, если чё, я завтра приду. Можно куда-нибудь сгонять. Шесть голды в сумке. Это вообще нормально? Да. Никто не хочет Вергер. Ой, ты в курсе, что на том аккаунте есть еще хант, на котором висит Dark Stars с Орды? Не понял, то есть как там из гильдии Dark Stars за Орду и за Альянс. Я что-то и что там есть кто там ГБ, там куча голды, если провод или разбирайтесь. Ну тут же все на Альянсе, там есть за Орду, есть гильдия с Альянс, x1 там тоже, там самогон еще играет маленько. Короче, варенька на Орде. Танец багается, у меня до сих пор этот баф висит, и я до сих пор танцую.